просто как 95%. Привет, друзья! Вы на канале Crazy Bogdash Case, добро пожаловать на новую серию Bachelor 3 Dash. Да, мы наконец-таки вернулись в эту легендарную игру. И вернулся я сегодня только для того, чтобы собрать все три монеты в демон уровне в Club Step. Я изучил там каждый блок, каждый шип, и сегодня я просто обязан собрать все три монеты. Две оставшиеся монеты я сегодня должен собрать. Если я этого сегодня не делаю, я, скорее всего, удалю Джон 3 Dash и больше никогда не буду в нее играть, потому что меня, наверное, так забомбит, как она не бомбила никогда, ни на одном уровне. Но мы пока что давайте откроем два сундучка, но вы спуститесь под ролик, нажмите палец вверх, и всем приятного просмотра. Фух, друзья, столько я перед этим видосом готовился, столько я просто в практис моде провел времени, чтобы полностью вспомнить, как я раньше проходил этот левел. Короче, этот уровень я полностью вспомнил, и что ж, друзья, я надеюсь, вы уже поставили лайкос, а мы начинаем. Погнали. Да, наш любимый саундтрек из Club Step, правда, его сейчас нельзя будет, друзья, вставить на ролик, потому что YouTube просто не пропускает этот саундтрек. Так, первую монету мы уже собрали, потому что первая монета, она там очень легкая. В принципе, ее там собирать вначале вообще не сложно. Потом уже две остальные монеты мы не собрали, да, когда первый раз проходили. Но сейчас соберем. Сейчас, я уверен, соберем. Или, друзья, я уже говорил, что будет. Я уже просто говорил, что будет, если я сегодня не соберу эти две монеты. Потому что я столько провел времени в практис моде, столько тренировался, что я просто обязан сегодня пройти Club Step Demon официально на все три монеты. Просто обязан. Так, пока что мы проходим, кстати, довольно-таки легко. 50% первой уже позади. И первая монета у нас, как вы помните, на 71%. И надеюсь, мы хотя бы дойдем до нее, да, в этой попытке. Хотя вряд ли, потому что тут корабли. Да, почти ее собрали, но там этот сверху эти шипы. Друзья, я говорю, что сегодня соберу две монеты. То есть, получается, есть еще и третья монета, она у нас находится вообще в самом конце. Я думаю, что лучше будет все-таки собрать сразу две монеты в одной попытке. То есть, не сначала там собирать вторую монету, да, проходить левел, потом собирать третью монету, еще отдельную попытку. Лучше прям в одной попытке собрать все две монеты. Так что, если мы доходим до конца, опять же, до 90%, мы собираем еще и третью монету, не собираем. Ну, друзья, я просто... У меня так забомбит, что я, ну, 100% реально сегодня удалю Geometry Dash. Прикиньте, реально, собрать все монеты, уже там 98% бабам и слиться. Но это, конечно же, главная фишка же. Так, а мы снова добрались до монеты так быстро и слились так же быстро. Так, ну чё, на этот раз соберем? Нет, не соберем. Есть! Так, ну просто как, на 4% отлетели от монетки, и об этот маленький уголочек надо было этому амугусу разбиться, обязательно. Нам же нужно еще после этой первой монеты собрать вторую, точнее третью, после второй, в самом конце. То есть и там тоже не все так просто, не просто взять, пролететь и ее собрать. Так что у нас еще есть неплохие шансы слиться после 90%, что очень бы, конечно, не хотелось, потому что проходить демон на 90%, потом сливаться... Это, конечно же, такое себе. Так, ну мы снова приближаемся, главное, к первой монете. И, в принципе, даже когда ты проходишь на 70% и сливаешься, это не совсем приятно так. Собрали. Куда я полетел? Куда я полетел? Так, Амогус, давай, ну на этот раз ты хотя бы 80 сделай процентов. Давай. Оформи, 80. Да нет, ну как? И причем не просто, да, пройти демон, а собрать монеты. Сколько я расливался на этих монетах. Если бы мне нужно было собрать эту вторую монету, то я, возможно, бы уже прошел этот левел еще раз, кто знает. Но пока что я чаще всего сливаюсь именно на той монете. Видите, даже на юфошках не сливаюсь. Ну и вот эти реверсные корабли, когда они меняют гравитацию, это тоже очень сложно. Так. Ну как? Ну... Есть! Давай, Амогус, давай, тащи! Я так и знал. Я просто вот, я на секунду подумал, то что где же я сольюсь? Я же по-любому не пройду с этой попытки. Я слился. За 13% до конца. 87%. Но, кстати, все равно сейчас было неплохо. Нам прям не хватило совсем немного. Но обидно то, что мы слились на самом глупом месте, где можно вообще было слиться. Там еще столько дальше моментов, где как бы легко слиться. А мы слились там, где
слиться было довольно-таки тяжело. Ну ладно, я вроде бы более-менее понял, как собирать ту монету, какие тайминги там нужно нажимать, что делать. Так что, друзья, бомбим эту монету дальше. А вот сейчас уже, когда меняется гравитация на кораблях, это самое сложное. Еее. Есть. Через 2% же, да-да, через 2% мы слились. Мы так и будем по 2% улучшать, но неплохо, неплохо. Получается, следующая попытка, и сразу же мы поставили наш рекорд за сегодняшнюю серию. Ну а, друзья, еще 11%. Самое главное, что в этих 11% нам нужно будет собрать еще одну монету. Что сделать будет не так уж и легко. A few moments later. Да опять я об этот шип, друзья, уже третий раз подряд зарисаюсь. Давай, Могус, не подведи меня. Просто как? 95%! Ну, следующая попытка, друзья, неплохо. Я уже прям разыгрываюсь. Снимаю уже почти час, чтобы вы понимали. И вот сейчас следующая прям попытка, и также 90%. A few moments later. Готово. 47 минут. 130 попыток. Почти 4000 прыжков. Я сделал этот уровень. Я прошел клабстеп на 3 монеты, наконец-таки. Это самая, наверное, трудная серия по Geometry Dash вообще за все время. Потому что ни один демон, ни клабстеп, ни теория вторая, ни дедлокет вообще не были настолько трудными, чем клабстеп с 3 монетами. Ну, точнее, с 2. Ну все равно, друзья, это просто нереально. Но теперь у меня и клабстеп пройден на 3 монеты. Вот это вот, конечно же, круто. Ну, друзья, впереди у нас остается только пройти на 3 монеты вторую теорию, пройти дедлоки. Они будут еще сложнее, я вообще не представляю, как я буду проходить их. Ну и также можно будет попробовать другие версии Geometry Dash пройти на все монеты. То есть это Милдаун, там все левела пройти, и Geometry Dash Sub-Zero, по-моему, да? А, и World еще тоже. Короче, можно будет еще и в другие версии Geometry Dash поиграть и там собрать монеты. Ну а на этом этот видос подходит к концу. Если бы я вам понравился, а я не знаю, как он может просто не понравиться, друзья, потому что у меня бомбило сегодня так, как не бомбило ни в одной серии, то прямо сейчас спустись под ролик, нажми палец вверх, сделай кнопку подписаться в серии, пиши комментарии, ну и не забудь нажать на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока!